10 лет, да? 10 лет гастрольной деятельности. За это время что произошло? Ну, во-первых, выпустили 4 диска. Не все хорошие, честно сказать, но кое-что есть неплохое. Ну, сколько концертов сыграно, это даже просто невозможно подсчитать, невозможно словами передать, сколько встреч прекрасных, удивительных. Ну вот знал ли я 10 лет назад, такое, 18, мне было 18 лет, сейчас мне 28, это было минус 30 килограмм назад. Понимаете, о чем я говорю? Знал ли я такой бледный юноша со взором горящим и слишком серьезно к самому себе относящийся? Знал ли я, что вот буду сидеть в Балаково через 10 лет, такой прекрасной, вдохновенной осенью, и петь вам песню, которая называется «Мудак». Конечно же, не знал.
самом деле глаза горели, я заметил, у всех женщин и у Сереги. Серега, спасибо тебе за твои чувства юмора, потому что все прекрасно понимают, что настоящий мужчина всегда относится к себе с большой самокритикой. Хоть наши любимые прекрасные женщины всегда нас переубеждают, стараются переубедить. Говорят, вот моя жена мне говорит, нет, ну что ты, эта песня не про тебя, а в глазах веселые огоньки. Вот так вот. Хотя я и автор этой песни. Мужчины топают, женщины стесняются. Вот. Мне очень приятно, что, что меня попросили еще раз исполнить песню «Небо мое сердце». А потому что что-то было, что-то тут произошло со звуком, потому что я Сережу попросил прибавить баса и, видимо, вот заглушил голос или еще что-то. Но я, в общем, я думаю, что... Да, я спою еще раз. Yeah.
Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие. Вы не очень устали, нет? Вот, дорогие друзья, тут такое дело. У меня есть земляк, он, в общем, большой такой писатель, его зовут Захар Прилепин. Думаю, что некоторые из вас хотя бы слышали о нем. Так вот, и у него, вне зависимости от того, чем он занимается там в политике, какой гражданской позиции он придерживается, у него замечательные книги есть, удивительные. И в этих книгах очень много таких цитат, которые въедаются в память, и ты от них не можешь никуда деться. Вот одна из таких цитат, что он говорит сам о себе, он говорит: «Я слушаю всю свою жизнь, слушаю исключительно грустную музыку, потому что абсолютно счастливый человек». И вот вы сейчас попросили песню, которую я спою. Вот я сейчас спою сначала то, что уже запланировал, потому что у меня тут строй специальный. А потом я спою песню, которая называется «Феврония». Вот. Эта песня достаточно, ну, в общем, она минорная, печальная. Но при этом, при всем, почему-то вот вы просите, чтобы я ее спел сегодня. Я думаю, что это потому, что как раз вы вот очень счастливый человек. Что это как раз свидетельствует о том, что вы очень счастливый человек. И я вот, честно говоря, вам желаю, чтобы вот это счастье, оно вас не покидало. Спасибо вам большое. Споткнулся, мама, головой в снег. Я очнулся вокруг
так хотел мама, чтобы он счастливым вырос. Только обращение к женщине, это обращение к своей родине, к своей земле. А мы уже сегодня говорили о том, что это большое счастье, когда у тебя есть своя земля, на которой построен твой дом, родина, где все свои, ну и любимые женщины, конечно. Вот всем, кто здесь находится, и всем, кто здесь не находится, хочется пожелать, вот, чтобы эти три компонента, великих компонента человеческого счастья, вот, чтобы это было у всех у нас. Но самое главное, что у нашего Лёши был день рождения не так давно. И он его, да, между прочим, юбилей. И смотрите, какой он красавец, как он хорошо выглядит, друзья. Может кто-то смотреть, Леша, на тебя и радоваться. И он, видите, специально, чтобы мы не слишком радовались, он от нас в свой день рождения свалил в другую страну. Но мы его настигли, тем не менее. Вот, настигли. И я хочу, Леша, поздравить тебя, сказать тебе еще раз большое спасибо. Но еще больше я хочу поздравить Свету, потому что все мы прекрасно понимаем, что залог великого мужчины и первый двигатель – это, конечно, любимая женщина. Вот. Свечка, поздравляю тебя с днем рождения, с твоего мужа. Вот. И как бы, как будто, Лёшка, это ты поешь. Душой
когда я верю в то, что сойдет холодный снег, и вновь Господь откроет дверь, и вновь начнется человек. Бывают дни, когда удачи, добра и счастья не несут. Я когда смеюсь, я плачу, я отдаюсь ему на суд. Регулярно, и вот из 10 лет моих гастролей, почти 6, я 2 раза в год стабильно приезжаю в Казань. И вы знаете, вот впервые за долгое время, я помню, что первый мой самый приезд, это 2012 год был, и организатор, у нас даже, вот, то есть мы не думали о том, сколько нам там заплатят или еще что-то, и это был... Была зима, январь, значит, и организаторы, вот все деньги, а мы очень много народу собрали, было человек 150, наверное, и все деньги, которые были заработаны, были потрачены на съемную квартиру на окраине города. И вот мы там жили в течение 5 дней с моим перкуссионистом, ездили, давали благотворительный концерт. И один из таких концертов был в областной больнице детской, в онкологическом отделении, где детки болеют раком. И вот это было одно из самых таких сильных, серьезных потрясений. Это как раз такие моменты, когда ты понимаешь, насколько тебе в жизни повезло. Именно повезло, что ты не болен, что ты не оставлен. Это действительно такое очень... Вы извините, что я с вами этим делюсь, может, я порчу кому-то настроение. Но на самом-то деле это ведь правда. И вот вы знаете, я специально приехал на день пораньше в Казань. Меня встретил мой друг, такой уже старший товарищ, можно сказать, ему уже почти 60 лет. Дима его зовут, Бекчентаев. Такой известный автор-исполнитель, который занимается очень много благотворительной деятельностью, организовывает какие-то арт-фестивали, концерты в детских домах, в больницах, в интернатах. И вот он меня привез в интернат для детей, у которых ДЦП. Вот. Я впервые за последние, вот сколько, 4 года назад последний раз я в подобном вот учреждении выступал. И вот за 4 года я успел уже позабыть это самое чувство, которое охватывает тебя, когда ты видишь вот этих вот детей. Они абсолютно чистые, вы знаете, абсолютно чистые. У них нет ничего, кроме, как сказать, кроме радости, что ли, или горя.
они испытывают только чистые эмоции, чистые чувства. Я думаю, что такие дети, им нужно, конечно, им нужно помогать, и помогать, осознавая такой момент, что вот к тому духовному и душевному состоянию, которое вот у этих детей, оно стационарно у них, да, вот это чистое чувство, чистые эмоции, вот к нему нужно стремиться каждому из нас, потому что нам повезло, мы здоровые люди, у нас все хорошо в жизни, на самом деле, при том, что у каждого свои проблемы какие-то. Мы смотрим на этих детей, они всю жизнь такими будут, это неизлечимо. И вот, друзья мои, я хочу для вас спеть песню, которая называется «Сын человеческий». Сын человеческий – это Господь Бог, который за каждым из нас наблюдает, за нами с вами, за этими детьми. Он наблюдает за нами, и у него для нас, для каждого, приготовлена отдельная комната. Вот в этой комнате каждый из нас своей будет жить. Потому что русский человек, в отличие от человека американского, живет именно вот ожиданием того, что с ним вот это вот впоследствии произойдет. Надеяться и скучать – это слова, которые понимает только русский человек. Надеюсь и скучаю. Американец нет. Он ждет. Он верит, но надеется и скучает. Это только то, что мы, русские люди, понимаем. Вот, друзья, надейтесь и скучайте, потому что это то, что делает нас с вами вот такими неповторимыми, особенными, индивидуальными, то, что делает нас носителями не культуры даже, а вот этой вот самой загадочной русской души. И спасибо вам за то, что вы приходите на эти вот встречи. Я, честно, я сижу и я в свое удовольствие пою, честно. Это так важно, я не чувствую себя обязанным там или еще что-то. Мне так хорошо с вами. Вот просто спасибо вам большое. Сын человеческий, наблюдая
плохо не показывает. Просто... Да. Гитара моя, Мартин, гитара моя, я раз играю. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Упала в городом на плечи.
Тишина и спокойствие. Отдождись, когда я спою, дождись. Все еще раз.